сыну всего год с небольшим, поэтому мультики, предустановленные на мультикубике, ему пока не очень интересно. Он любит свой собственный, любит малышариков, поэтому мы попробовали функцию запуска с флешки. Вот, USB у нас хорошо запустилось. Вот, наши малышарики начались. Вот, малышарики нам сразу понравились. Сразу интересно смотреть. До этого желание понажимать на кнопочки все-таки преобладало на Матвее. Пока у нас еще маленький варвар, поэтому мы стараемся наедине с кубиком не оставлять. Иногда вот только включаем попробовать посмотреть. Несколько раз пользовались им на посиделках с друзьями, тоже смотрели мультфильмы. И еще у нас осталась неосвоенная функция просмотра Ютуба. Попробуем чуть попозже. Вот. Ну, в целом, достаточно интересно, потому что там контент очень разный на мультикубике. То есть для детей, наверное, лет от 2 и до бесконечности. Так что там хватит еще надолго. Вот. И, конечно, я с нетерпением жду разных функций, которые там в нем есть. Попробовать театр теней. Показать диафильмы, когда станет постарше. Ну, сейчас пока мы смотрим привычные мультики на нем.